Здравствуйте, коллеги. Продолжая демонстрацию процедуры лечения дисфункции бельевых желез, мы сегодня вам все это покажем на наглядных образах. Итак, наша пациентка с дисфункцией бельевых желез, синдром сухого глаза средней степени тяжести. Перед тем, как провести процедуру, мы, естественно, должны защитить глаза как пациентки, так и наши собственные. Для защиты глаз пациентов есть специальные окулеры или вот такое устройство,